Ну, что вы ждали 5 минут? Не, ну как бы ваше дело? Смотрите сами. Какой-то это Чесоткин. Польская чесотка падает. Пантера на точке. Угу, живи тогда. Да лучше не свети, пока мы все равно пока все наверху. Не пались. Посиди пока в ангаре, хотя, в принципе, ой-ой-ой-ой-ой, как у нас тут. Вы сейчас на танках все поедете, да? Не-не-не. Че это на танках? Смотри, с воздухом-то че? Печалька. Плохо. Надо а вообще никак, стреляешь и толку. Да надо зенитки лучше брать. Блин, ты и сидеть под, блядь, под подвесами. Так, что, в воздухе жопа, что брать? Мы их сбили, всего два самолета. Так что брать? Меня спасать. Бери на земку. Сука, падает внизу. Обои забрал. Красавчик. Не доклимбил я до него. А что, полином все убрали, нет, чтобы светлее было? Флешка наверху он идет. Что-то мы... Блин, меня так никто не спас. А, ты не симпатичный, даже не девушка. Смысл? Жил. Смысл? Жил, да. Полином все убрали, белый свет. Танков понабрали. Отлично. Так, а точку наша, да, не наша? Я не девушка не симпатичная, да? Да. Аккуратней там, стреляют в зенитуле. Лёха, аккуратней. Сейчас всех ушатаю, тигра не трожьте. Улетайте к ним на респе. Самолеты у них еще будут. Лучше улетайте, не надо бомбить. Не на точке перейти. Все, улетайте к ним на респе, пока зенитка у вас не снимала. Я говорю, 44-ка тащит вообще. Это критическая там. Косвенно критический. Улетайте, вот будете на них. Сейчас встретим. Тигр по городу идет, тигр. Стреляет по мне. Тигр идет по городу во вход. И по 10-й линии там что-то вроде. Не слышу. Тигр стоит. Леха, там за тобой двое. Пускайся вниз, не могу дотянуться. Если что, я на зенитке еду. Леха, сзади. Вижу. Амулеты. А, это кашот от жопы.
Во, на гусельке. Да. Порт пробил. На ход один. Зенитку еще одну брать, нет? Пьес. Долбали эти. Да ты, Лёх, его зашугал просто. Пласим бомбитопы. Эх, два пожара, еще один. Сзади зенитка, мужики, сзади меня. На ремонте. Еще одну брать. Взял. Да, забомбили. Беру самолет. Да, все равно забомбили. Идем, откуда? Ах ты, сука. Ну, третий пожар, третью бомбу не вынесла душа поэт. Они что, 50-м бомбят, я не пойму. Ну конечно, а ты чем бомбишь? Мы тоже 50-м бомбим. Я 250 несу. Минус 3 бомбы, считай. Ага, минус 3 фрага. О. Кританул версо. Нам бы на точку, ребят, заехать. Смотрите, он едет один уже. Я забрал в лесу, который ехал там. Тут еще один к точке подъезжает. И парень тут. Эй. Ну, Пантерия и Тигр. Вот их трое, они все тут сюда летят. Игорь, можешь мне разбиться и выйти на танки? Дору лучше взять бы. Да, лучше Дору. Побобрить. Дора. Будет один Оствин, но я думаю, что его успеют бомбить. Аккуратнее танк стоит. Уже две зенитки. Там еще он танк идет. Он выстрелил меня, научка. Блядь, сбоку хочу, просто сзади тебе стоит. Сбоку. Сзади тебе. Бобры, вы летите? Там два танка на точке. Прямо на точке стоит. Мужики, подтягивай. Бейте артой там чем-нибудь. Кого есть. Семеро живее, поехали. У нас сзади уже. Сорок четверку бейте. Где наша Дора?
Капец, у меня уже сзади тут мужики. Дора, Дора нужна. Дора, давай. Пришлось взять дублер на 44-ку. 144. Забрали. Какой-то там трэш устраивают они. Пушки, что нет у никого доры. Если... Да пиздец, что какой-то, да. Короче, я курить сошел. Я уже в боксе. Хер убьешь, что интересно. Опять компьютер не нашу пользу. Это и... Блин. Да их дофига тут, пипец. Со всех сторон просто. Рома, ты все с одним дрыном с этим летишь? Ну, я ничего, а куда деваться? И то сейчас промажу, стопудов. Блин, ну я, это мой на первом же. Только летаю. Надо было сбоку их обойти, блин. Надо было чуть-чуть. Попёрся напрямую. А у меня нет, у меня только бэфы. Ну, я по полтыньке ставлю. Хотя вроде есть дошка какая-то, не помню. По-моему, я даже долететь не успел. Ведь до точки доехать. А кто-нибудь играет? Блядь, тут еще пантера. Куда в первую очередь бросить, говорите? Ну, блин, пиздец уже тут. Возле точки. Возле точки пантера. У тебя большая. Тебя тигр Порше. У тебя большая бомба. Если кто-то двое рядом стоят, туда и кидай. И двоих забегаешь. Уже бесполезняк уже. Ну да. Наших танков нет. Вот они. Точки. Ну они со всех сторон уже обложили. На ну. Точке никого нет, если вас это утешит. Да, ну это упрошло. С одной бомбой, конечно. Да, это надо полтинники все-таки учить. Да и... я кидал, я летал с полтинниками. Нормально. Мы потерпели поражение. Возвращаемся на базу. Бывает. Обидно вышло. Воздух что-то как-то устал. Разок можно и проиграть. Окей, все, на сегодня спать. Пошел. Так, дело в том, что мы-то проиграли, но мы так ложки только что были просто.